Современные Деды Морозы не эксплуатируют животных. Теперь они передвигаются на велосипедах. Сегодня в нашем городе велопробег Дедов Морозов. Навскидку где-то около 60 человек. Планировали больше, но вот видите, ветер, погода, вот такое что-то непонятное, мокрый снег немножко приостановил массу людей. Вы прям как настоящий Дед Мороз, только не Дед Мороз, а Снегурочка. Да, Снегурочка, Дед Мороз пошел немного выпить кофе. Я синий Дед Мороз, все как полагается. Мама прислала ссылку, я посмотрел, сказал, поеду. Только она прислала ссылку за 2 дня до мероприятия. Быстренько сходили в магазин, прикупились. Конфет купили, собрался, сегодня утром позавтракал и приехал. С ума сойти. Фантомасты. Почему вы не в костюме Деда Мороза? Тут велопробег Деда Мороза. Велопробег медведей дальше. Это вообще пижама. Решил разнообразить. Решил не переодеваться, просто утром опоздал, проспал. Поехал. Если были бы у нас олени, нам нужны были бы сани. А так как погода немного не позволяет, поэтому мы взяли железных коней и поехали. Да? Ну, нет. Мы едем в детдом, детям делать радость. Я купил гостиницы для детей. Я хочу ехать по дороге, например, встретить ребенка и сказать ему, например, малыш, расскажи стишок. Мне расскажешь стишок, я ему дам гостиниц. Просто я хочу делать радость. Я от этого балдею просто. Я вам честно говорю. Я получил массу удовольствия. Вы прям настоящий Дед Мороз. У нас лозунг каждому ребенку по Деду Морозу. Я думаю, на каждого ребенка тут хватит Деда Мороза, потому что количество Дедов Морозов на квадратный метр... 4, 5. Где ваши глаза? Здесь. Ну, с Новым годом. Спасибо. О, боже, мне аж легче стало. О, аж мокрый. Мне нравится, что вы больны не мною. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не упадет под нашими ногами. Это, кстати, песня из новогоднего фильма. Заработал, ну окей. С наступающим вас 2018 годом. Будьте счастливы, здоровы и не болейте. С Новым годом! Сейчас будет старт. Я ведь тоже в костюме, смотрите, я красная шапочка и женщина-груша. Я пошла искать велосипед. Можно я с вами на велосипеде поеду? Можно я с вами на велосипеде поеду? Как? Куда? Некуда. Ha ha ha!